Аварий ретіне енді білдіңіз, ондан да ғайры әр вақыты біз сабадан сағлам олмаға дәвет етеміз. Оларның сұрасына елбетте доғыру ашылар кіре, ондан да ғайры спорт. Әлбет, спортнен бағылы бізің де мұсафырымыз, маға о, мен өзбек яқын, оның үшін мен сізге айтмағы істейін. Бүгін бізің мұсафырлеріміз тэквондонен бағылы адамлар. Арсен Курбанов, идманджы, ве оның тәлебелері. Геращенко Мария, Меметова Сабрина, Вейтиханова Анастасия. Селям алейкум, Сабаларус Харолсон. Как вы доехали? Доехали отлично. С чего началось ваше утро? Как началось ваше утро? Утро началось, рота подъем на передачу. Ваше утро, девочки, как началось? Как обычно начинается в школу, наверное, правильно? Да. Да. Я собралась в школу. И поехала на передачу. После передачи я пойду в школу. Продолжение следует, да? Не отдыхайте. Арсенбей, расскажите, пожалуйста, где вы работаете и какие успехи? Я работаю, проживаю в поселке городского типа, это Гвардейская. Работаю в школе номер 3 с 95 года. У вас там своя школа тэквондо, правильно я понимаю? Ну как, это школа, спортзал школьный, там работаю, да. Много ли у вас учеников? Какие достижения на протяжении столь долгой тренерской карьеры? Ой, в карьере тренерской и три ученика у меня, чемпионы мира, это еще с Узбекистана. Здесь же в Крыму у меня 7 человек, мы ездили на Европа у нас была, да, и чемпионы Европы есть. 7 медалей с Европы мы привозили. Достижения, вот ребята занимаются, и девочки, и мальчики. Вы сами видите медали и награды их. Как бы. Видим узбекистанские медали у вас многие. Расскажите об этом. Откуда? Что это за соревнования, что за турнир? Дело в том, что мы проводили турнир в Гвардейском в честь Ганиева Шевкета. И я вылетел в Узбекистан после этого турнира. Мы тоже провели турнир в честь Шевкета Ванеева в городе Ташкент. Вот. И как бы мой тренер передал эти медали ученикам моим. И я бы хотел вручить им. Можно так сделать? Конечно. Да? Давайте. Встать можно? Помогу, нет? Давайте. Да, дипломы. Могу. Дипломы можно? Просто? Да, вначале. Диплом. С дипломов. Так. Тихонова Анастасия, это тебе, тренер мой передавал. Вот. Так вот. Так. Геращенко Мария. Тоже медаль. Да, и еще одну, по две медальки. Держи, Маша, сама. Так. Это Меметова Сабрина. Держи. Тебе. Медаль. Так. Настя. Класс. Исторический момент. Да. Это с Узбекистана. Мы провели турниры. Как бы тренер тоже передал. Усманов Пулат Акрамович сказал своим. Это Сабрине. Вы сами туда ездили? Да, я сам вылетел в Узбекистан. Держи. Сам вылетал в Узбекистан. Мне в этом помогли, конечно. Очень сильно и в турнире, и в полете в моем, в поездках. Фотографии, да, общие? Да, вот мы фотографировались там, да. Это с командой, сборная команда узбекистанская, ташкентская, вот. Настя, это тебе. А сколько дней там пробыли и какие впечатления? Впечатления очень, очень такие красочные. Нам еще работать и работать, я думаю, мы с этой задачей справимся. Много ли участников было в турнире, посвященном Шевкету Ганиеву? Шевкету Ганиеву в Ташкенте было где-то человек 150. Угу, почему? Я думаю, что мало. Почему? Потому что это произошло внезапно. Угу. А прежде чем провести турнир, как бы надо оповестить всех, спорткомитет в том числе, что будет проходить турнир. Но чемпионат мира будет в сентябре. В Узбекистане. Угу. А в апреле будет фестиваль по тэквондо и узбек Жан Санате. Собираетесь ли вы готовить на чемпионат мира своих учеников?
Да, я и сам буду готовиться. Вы сами будете Да, готовить. По ветеранам. А в какая возрастная категория идет ветераны? Это от 40? От 40. Я заметила, что форма тхэквондо, как у всех, белая, но в Узбекистане, смотрю, у них национальная. Национальная, да. А чем отличается? Или это другая борьба? Да, это немножко другая борьба. Они как бы поменялись. Поменяли стиль. Очень красивый стиль боя. Они на мечах тоже. На мечах? Да, они по-разному. И с подсечками, с бросками. Очень, мне очень понравилось. Ну, мы знаем, что вы преподаете здесь в гвардейскому школу тхэквондо ИТФ. ИТФ, да. ИТФ, получается, в Узбекистане она различается, потому что по правилам, по регламенту ИТФ, по-моему, нельзя использовать мечи. Нет, нельзя. Они как бы свой подвид, что ли, открыли? Так правильно получается? Да, да, они немножко поменяли стиль боя, но мне очень он понравился, я бы хотел. А вы не думали крымско-татарскими орнаментами, может? Но мы над этим работаем. Создать? Да. Этот стиль боя, который сейчас в Узбекистане, он является официальным турнирным, либо же он носит характер и постановочной сцены тоже? Потому что вот можно ли это сравнить со сдачей Тулей, допустим? Со сдачей Тули. Он идет официально в этом году. Они регистрируют международный. Официально. Там есть такие же исполнения, как и у нас Тули. Показательные выступления. У них же седлают коня, с лука они стреляют. То есть, это все в одной системе в тхэквондо, правильно получается? Это в их, да. Очень сильно. Мне очень понравилось. Нам надо работать и работать, конечно. Это они, получается, развились, сделали вектор, поменяли свой еще и в национальный. Да. Национальный спорт. И да? В тхэквондо 24 туля, а там 27 комплексов. Да. То есть каждый комплекс назван в честь героя. Достиг до таких вот высот, там Амир Тимур, они в конце уже называют имена своих героев, да. Как мы знаем, девочки тоже ездили с вами? Нет. Нет? Нет, они не ездили со мной, но планирую, вот, если получится. Девочки, куда бы хотели вы поехать? Не знаю. Соревнования какие-то, может, в Россию, Москву, или ездили уже? Мы только проводили в Крыму, в Сочи недавно ездили. Ваши впечатления? Я не ездила, Настя ездила. Настя, рассказывай, что тебе понравилось? Мне понравились турниры, там было много народа. Ага, а соревнования? Изменения есть чем в Крыму? Нет. Нету? Со скольки лет вы занимаетесь тхэквондо? Я где-то, наверное, со второго класса пошла. Уже 5 лет, я в 7-м сейчас классе. Мальчики тебя не боятся? Иногда бывает. А вы, девочки, сколько лет занимаетесь тхэквондо? Я почти 2 года. Сабрина? Я уже как бы 2 месяца. И такие результаты, да? Машалла. Арсенбей, расскажите, пожалуйста, еще в Крыму какие турниры проводятся? И насколько насыщен соревновательный календарь? 3 февраля будет республиканский турнир. По тхэквондо готовимся. Буду выставлять команду. А сколько человек в команде должно быть? Хотя бы не именно там, таких нет у нас. Ограничений. Ограничений, да. Будем готовиться, человек 20-25. Постараемся подготовить, вывести. Только вижу девушек, а мальчики у вас есть? Мальчики есть, да. Насколько насыщен соревновательный календарь? То есть сколько стартов проводится в Крыму в течение года, да? И, понятно, международных много. И насколько возможно выехать в международных? Понятно, это все зависит от финансов, да. От возможностей. Но если брать вот в Крыму, на скольких соревнованиях спортсмен может поучаствовать? В каком количестве? Именно по нашему разделу, допустим, по нашему виду спорта, тхэквондо ITF, если всех перечислять, можно каждую неделю выступать. Нашему ITF где-то в году можно 5 турниров выступить, 4, я думаю, смотря как спортсмен подготовился. В Крыму, участвуя в этих соревнованиях, можно выполнить какой норматив или разряд?
Разряд идет, допустим, там 5 турниров провели, вы все первые места. В конце уже под итоги проводят и разряд. Для того, чтобы получить разряд КМС, это кандидат мастера спорта, это же разряд, достаточно выступлений в Крыму, либо же уже нужно выезжать на соревнования? Нет, надо выступать, конечно, за пределы, то есть на материк и дальше. То есть в Крыму можно получить до первого разряда включительно, а все, что выше, уже нужно ездить на материк и на международных соревнованиях? Обязательно. Со скольки лет нужно заниматься тхэквондо спортом? С какого возраста? Угу. Я думаю, с 5 лет уже можно приводить детей. Не обязательно в тхэквондо, в любой вид спорта можно приводить. Сколько в общем у вас учеников? На сегодняшний день где-то 60-55, так вот колеблется. А сами вы с какого возраста начали заниматься? С 5 класса. С 1 класса? С 5. С 5? Кто привил любовь к тхэквондо? Как вы узнали в этом виде спорта и чем оно так понравилось, что вы связались с этим практически всю жизнь? Я занимался до тхэквондо вольной борьбой. Был чемпион области по вольной борьбе. Потом тренер переехал уже, естественно, в Крым все переезжали. Вот. И как бы тогда был это карате, запрет такой, вот мы занимались карате. После карате, вот в 90-м году у нас уже такой спорт появился, как тхэквондо. Да, увидели, влюбились, как ногами работают, техника, передвижение, это все. Налегке все так. Легко, как бабушка. На протяжении уже 27 лет вы занимаетесь тхэквондо. Арсений Вей, какие у вас дальнейшие планы? Дальнейшие планы после прилета с Узбекистана я хочу попробовать дополнительно работать, проводить такие занятия, как узбекжан санаты, немножко. В другом направлении? Да. А чем отличаться будет? Или есть только плюсы оттуда? Ну, плюсов много. Больше, да? Да. Мне очень понравился. Пока я хочу это держать в секрете. Ага. Мы ваши планы как тренера уже знаем. Вы хотите подготовить своих учеников вот к ближайшему чемпионату мира. Сами хотите подготовиться на чемпионат мира. Но помимо этих стартов, вы планируете еще сами где-то участвовать на каких-то стартах? Либо же уже будете акцентированно готовиться на чемпионат мира? На чемпионат мира буду готовиться. Именно в Узбекистан. Там он будет проходить 6 дней, 3 дня будет идти по узбекжан санаты и 3 дня по тхэквондо ITF. Вы будете и по одной, и по другой? Да, я хочу по узбекжан санаты выступать и по тхэквондо ITF, по всем разделам. Обычно на соревнованиях такого уровня, вот по тхэквондо, допустим, ITF, какое количество участников на таком крупном соревновании, как чемпионат мира? И насколько я понимаю, впервые, да, будет по узбекжан санаты чемпионат мира? Нет. Правильно? Это не в первый раз? Нет, не в первый раз. То есть такое уже вводилось, правда? Вводилось, да, в программе у них это было. И мы, когда общались с моим тренером Пулатом, Усмановым Пулатом, они собирают спортсменов до 3000. Спортсменов съезжаются. Это турнир шел неделю до почти 20 татами, до янгов они стелят. У нас, если там 6-4, вот так вот в этих пределах, там до 20 даянгов стелят, 20 ковров. А регулярно чемпионат мира проводится в Узбекистане, либо же каждый год меняется дислокация? Меняется, зависит от федерации. Есть ITF, ВТФ, ГТФ, направления разные. И в разном, сегодня в Корее, послезавтра в Крыму. То есть вот так вот. На следующий год известно ли место проведения чемпионата мира? Уже за что в этом году будет в Узбекистане, на следующий год еще неизвестно? Я пока не знаю, где будет проходить на следующий год. Сагалымыз, Арсений Беевич, что пришли. Ваши пожелания нашим телезрителям? Телезрителям? Так, хочу пожелать здоровья огромное, чтобы занимались тоже спортом, уделяли внимание себе, близким. И удачи всем.
Сағылыңыз келгеніңіз үшін, сізге де мафақиетлеріні тілейміз. Яңы да бөлі медалерінен дабыр кере бізім студиямызға келіңіз. Енді дүния чемпионатындан нетижелеріні бекілейміз. Ер вақыт, сізге ер вақыт сағылықтыны тілейміз. Сағылығыңыз олса ер бір шай олайдақ. Жоқ, сағылыңыз. Бөлі еті позиция сержілер, сабадан гүзел ниетлеріні япамыз. Сізге де бұтылеклеріні еулаймыз. Келіңіз бірабер